Всем здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать про свой мопед. Ну, с двигателем D6, наверное, или D8. Вот у них вот здесь вот обозначение идет. Видно, может будет. D8. Этот мопед я сделал, ну, лет 10, наверное, даже, наверное, больше назад. Это он делался, чтобы на работу ездить. Чтоб, ну, через проходную проходить. Ну, его можно было занести. Так. На руках. Вот этот двигатель мне достался новый абсолютно. Ну, из него его купили и хотели циркулярку сделать, но так и не сделали. И он провалялся очень много лет. И я его купил, по-моему, 1500, что ли. По-моему, так. Вот этот велосипед, это Аист был. Я его тоже тогда же, когда решил сделать, купил за 1000 рублей. Он целый был. Вот я у него просто раму перевернул. Ну, вот она вот здесь вот крепилась. Я ее перевернул и выше приварил. Ну, потому что иначе пришлось бы двигатель выше ставить, и он вот здесь, он как бы мешается. А здесь удобно, хорошо. И вот, чтобы крепление сделать, еще как бы подрамник вот этот сделал. Ну и рама заодно усилилась. Заднее колесо я на обод взял от велосипеда. А вот эту, это от мопеда вместе со спицами. Ну и там как бы тормозной барабан. Ну, все по уму. Тормоза вот. Вот они, ножкой, тросом. Здесь вот так сделано. Ну и на мопедовский тормозной барабан тормозит. Вот бачок, это бачок от трактора пускача. Ну, также установлена фара. В фаре там дроссель стоит. Ну, чтобы она горела. Но все равно на холостых она плохо горит. Также установлен багажник. Есть подножка. Вот здесь, чтоб цепи не мешало, я отрезал и маленько в бок вывел. Ну, вот кусочек трубки сюда приварил, и все. И сейчас цепи ничего не мешает. Хорошо натянуто. А сзади, ну как, вот из трубки вот такое сделал крепление. Тоже приварил здесь. А здесь уголок, и к нему прикручено. А здесь вот пластина вот так загнута, приварена. И на резинках прикручена. Ну, газовая ручка это с двухскоростного мопеда. Ну, что про него еще? Все. То, что я на нем отъездил, ну, наверное, ну, в общей сложности, может, 200 км накатал. И все. И так забросил. Ну вот сейчас не знаю, или сейчас. Ну, надо колеса накачать. Ручку сцепления поставить. Она мне куда-то понадобилась, я снял. Восстановлю.
Но я его пытался продать за 3000, его никто не покупает, а я потратил сюда даже больше. Но сейчас, не знаю, сейчас... Или двигатель сниму, картинг сделаю, или восстановлю его. Ну все, всем спасибо, до свидания.